Всем привет! Делаем ремонт в кухне, в квартире. Эта кухня у нас до ремонта. И заменим вот это убожество на новую мойку. Ну, на сегодня у нас, в принципе, все. Все полностью зачистили, все ободрали, все вынесли на свалку. Мойку тоже разобрал, все выкинул, то есть поставил заглушки тут все. Стены прогрунтовали полностью, покрасили в один слой. Вот, попросил заказчик антресольку. Вот, и радиатор. Там труба тоже. Ну, завтра еще в один слой прокрасим. В принципе, сохнет быстро в течение 10-15 минут. Вот. Ну, все, завтра будет вторая часть. Буду снимать, показывать вам. Все, всем спасибо, всем пока. Всем привет. Сегодня я приехал на адрес ремонтировать кухню. Сейчас она в таком состоянии, мы ее ободрали, вот. Подготавливаем, зачищаем, грунтуем, красим батареи специальной краской для радиаторов, которая не пахнет. На потолке будет плитка, вот. На стенах обои, здесь будет у нас фартук, вот. Ну, на пол линолеум. Плинтуса, ну, в принципе, еще покрасим тут дверь, окладки, вот. Ну, в принципе, все, ну, такой мелкий бытовой ремонт, кому надо, обращайтесь. И заменим вот это убожество на новую мойку. Ну, на сегодня у нас, в принципе, все, все полностью зачистили, все ободрали. Все вынесли на свалку. Мойку тоже разобрал, все выкинул. То есть поставил заглушки тут все. Стены прогрунтовали полностью. Покрасили в один слой. Ну, вот, попросил заказчик антресольку. Вот. И радиатор. Там труба тоже. Ну, завтра еще в один слой прокрасим. В принципе, сохнет быстро. В течение 10-15 минут. Вот. Ну все, завтра будет вторая часть. Буду снимать, показывать вам. Все, всем спасибо, всем пока. Ну, в принципе, вот так вот получается. Здесь подгонять рисунок не надо. Вот эту стену почти закончили. Прошло, ну, где-то в районе 35-40 минут. Больше время вот под эти розетки вырезали, да под нижние тут. Это все дело подгоняли. А так, в принципе, все отлично. Ну все, продолжаем дальше клеить. Вот поклеили мы обои. Вот. Все по кругу, все отлично. Покрасили двери, ну, то есть снутри заказчик сказал не надо, снаружи, вот, плитку положили, швы затерли, все отлично, вот, и сейчас делаю отбивку, вот именно будем плитку ложить, там у меня уже черта видно наверху. Сейчас посмотрим. Вот черта есть. То есть это середина. Вот и с той стороны середины также вот видно. Очертил. Немножко карандашом заметки сделал. Поставил лазерный уровень. Вот у меня отбивка полностью по всей длине. То есть от середины буду делать разгонку налево и направо. Плитку по краям будет подрезка, чтобы смотрел все равнобедренно. Вот. Так что.
Начинаем дальше заниматься делами. Ну все, погнали. Так, открыл упаковку, перевернул плитку. Клей использую монтаж. Спресс декор. МВ-45 момент. Чем он хорош? Тем, что он используется как раз вот для таких материалов, как пенопласт. И все, ну, такие вот, для такого сырья, который, потому что некоторые жидкие гвозди, они просто прожигают такой материал. А этот материал, он, ну, так, этот клей, то есть, ну, он, в принципе, ну, как бы и засыхает очень быстро, то есть, ее держать не надо. И не прожигает плитку. Ну, все, погнали дальше делать. Ну вот и закончили мы на этом объекте поклейку обоев. Постелили линолеум. Вот, поклеили плиткой потолок. Плинтуса приклеили. Все встало на свои места. В принципе, бюджетный ремонт вполне себе оправданный. Вот. Плитку швы затер. Все отлично. Сверху приклеил вентиляционное ограждение. Ну, в принципе, вот так вот получилось. Все, всем спасибо за внимание. Кому интересны такие ремонты, пишите в директ. Все, всем пока.